Возвращаемся с Белокурихи в Иркутск, в Новосибирске. Мама ушла на заправку, и Саля ее опять не пускает. Саля! И с таким умным видом не пускает, главное. Делает вид, что... Спать прилегла, мама, соскучилась. Что не слышит? Она соскучилась. Мася соскучилась. Ездить, Саля, тут из-за тебя гаишники уже и так белокурихи подпрыгивали. На место иди. Сальма! Ой, че моя-то. Ой, ну все, маму иди. Любит. Маму любит. Саля. Что с ней делать? Иди на место. Что, шлапки на меня кладешь? Ну. Нет. Мама, только не выгоняй. Иди на место, говорю. Сальма, иди на место. Мама, она положи. Сальма, все, иди, давай, на место нам ехать надо. Саля, на место иди, Сальма. Сальма, иди на место. Посмотри на меня. На место иди. На выгоняй, мама. Ладно, все, выгоняю. Саля, на место. Купили на Газпроме вот такие эти тормоза Зануси. Да не в качестве рекламы, а в качестве того, что долго искали. Саля. И нашли вот такая кружка и вот такой тормоз. Саля, еле-еле нашли. Место, обалденно держат. Ребят, рекомендую, если кто-то будет на Газпроме проезжать. Идет акция в Кемеровской, на Сибирской областях, где мы их видели. Имейте в виду, покупайте. Очень хорошо держат. Ну, что там у вас? Не хочет уходить. Иди на место. Вообще какой? Любовь. Прижалась ко мне. Саля, иди ко мне, люби меня. Ладно, все, нас ждут уже. Ну так ты прогоняй ее, вот она. Сальма, Сальма на место, быстро. Бегом на место, все. Давай теперь ты. Сальма на место. На место, сказал, бегом. Встала и пошла. На место иди. Давай. Вот что значит папин голос. Все, всем пока. Мы едем с Белокурихи, проезжаем Новосибирск. Скоро, надеемся, будем в Иркутске. Заправки Газпрома. Это не реклама, ребят. Мы ничего не рекламируем.